Жалоб мало, не бывает, особенно в сфере ЖКХ. Об этом не понаслышке знают сотрудники службы государственной жилищной инспекции Ивановской области. За прошлый год в ГЖИ поступило более 23 тысяч обращений. Львиная доля из них – именно жалобы граждан. Просят помочь разобраться с ОДН, с выбором способа управления многоквартирным домом. Жалуются на качество оказания коммунальных услуг и капремонта. Более половины, это 53%, касались вопросов содержания многоквартирных жилых домов, их технического состояния, в том числе внутридомового газового оборудования. В сравнении с 2016 годом количество обращений данной тематики возросло на 7%. Качество домов, построенных для переселения граждан из аварийного жилья, тоже на контроле инспекции. В результате выявлено 111 критических и значительных дефектов. Итоги указанных осмотров с дифференциацией дефектов были оформлены актами на каждое жилое помещение и направлены в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент строительства и архитектуры Ивановской области и муниципалитеты в целях устранения выявленных дефектов. В результате исполнения предписаний инспекции в прошлом году жителям региона после перерасчетов возвращено более 6 миллионов рублей. Проведены работы по ремонту общего имущества, например, отмостков, цоколей, межпанельных швов и других в 263 многоквартирных домах. Произведен ремонт кровельного покрытия в 165 многоквартирных домах. Отремонтированы подъезды в 109 домах. Заменены или отремонтированы инженерные сети, трубопроводы в 134 многоквартирных домах. Выдачей лицензий на управление многоквартирными домами также занимается ГЖИ. На текущий момент на данный вид деятельности выдано 216 разрешений. Случаев аннулирования лицензий в практике региона пока нет. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.